Стальной хват России. Привет, большой. Ну, в общем, третий лом, так скажем, да, может быть, крайний в этом году. И хотелось бы его успешным сделать со зрителями. Фирме FBBC огромный привет за подгон. Спасибо еще раз. В следующий раз, надеемся, будет все поменьше стоить, и мы будем заказывать больше. Значит, сломали мы КАП на 7 дюймов, сломали БИКОАП на 165 миллиметров 6,5 дюймов. И вот Хьюги King of All Bastard 3,8 на 6. Заранее мы откусили вот часть от 7 дюймов, то есть один ровно дюйм, вот он откушенный. Сейчас Олег покажет, вот из этой пачки, это у нас нержавейка, давай показываем. 0,37, 9,5, 0. Все, кладем. Олежа себя смотрит, Олежа все видит. Вот так вот, Олежа, все смотри, контролируй. Значит, маленький рассказ. Предыстория событий, значит, что мы ломали. Олег сломал 7-дюймовый King of All Bastard, это 7 дюймов. 7 дюймов у нас сломало в списке сертифицированных FBBC 10 человек. Может быть, сломало и больше, но как бы попали в списки, подали заявки, показали видео и сертифицировались 10 человек. 6,5 дюймов, это уже который King, который не King, а ну, King of All Bastard, только Big King, большой. 6,5, 165 миллиметров по-нашему, сломало 3 человека. Белмар Картер, тебе большой привет от Стального Хвата России. Пол Найт, если смотрит, огромнейший привет. Третьего человека я как бы не знаю, я и этих людей, в общем, лично-то не знаю. Но история Пола Найта и его подъем в Хвате, он вообще известен. Уважаемый человек. И, в общем-то, 6-дюймовый, недавно совершенно, в списке появился один американец, на 6 дюймов сломал, один человек, он уже у нас называется Хьюги, огромный, огромный, там, громадный, там, переводы такие у него с английского, это 152 миллиметра. Мы, когда режем свой металл, советский прокат, мы режем на 150 миллиметров, а у американцев 6 дюймов это 152. Но в коротких длинах 2 мм это очень важно, поэтому мы сделали именно 152, не 150. Заказали мы FBBC только ради одного, проверить себя, проверить металл западный с нашим сравнить. Наш прокат ничем не хуже. Наши стали 20, 35, 45, самые боевые инструментальные стали. Просто у нас нет диаметра 9,5. Наш прокат это 9 мм, и то крайне редко. А в основном у нас это 6, 8, 10 и так далее. Поэтому 9,5 днем с огнем не сыщешь такого диаметра. Если только обрабатывать на станке. Но это затея такая сложная. Вот Олег сейчас пацу показывает. Это двойная паца. Двойная. 75 длиной, но двойная. Не тройная, а двойная. Общую намотку он покажет. Общая намотка 37,5-38 миллиметров. В общем, такой боевой размер. Мотает, вот он наматывает одну пацу двойную. И сверху кожицей, она 20 всего длиной, 200 миллиметров. И ширина 10. Принятый стандарт у нас ширины пац это 100 миллиметров, 10 сантиметров. Ну, в общем-то, хотелось бы, конечно, чтобы у нас, дай бог, все получилось. И было 3 сломанных в течение 31 декабря, нескольких часов. Сломанных 3 КААБа. Скажу еще на камеру, чтобы все слышали, мы не претендуем на списки сертификаций, поэтому, в общем-то, мы ничего ни от кого не ждем и никому ничего, в общем, не должны. За все заплачено. Очень большая пересортица по металлу идет. Сразу всех предупреждаю. Можете, в общем, в одной пачке совершенно два разных прутка поймать. В общем-то, такое, можно сказать, было с Анатольевичем. Когда мы заказали, вроде бы как ломаемый КААП, который, наверное, сертифицировались, но
Здесь есть участник тех событий, он, Саша Зайцев, здесь стоит. Он присутствовал при ломе Кааба, поливал плечи заморозкой, ломали 15 там, минут 20. Это был на 830 фунтов вариант, который вроде бы как Ханис Каинс только пробовал. Больше никто не ломал. Ханис Каинс, кстати, тоже не сертифицированный Каабами. Во временный интервал вроде как не влазил. Ни он не влез, и Анатолич не влез. 5 минут у нас временной интервал. То есть ломать мы должны 5 минут. Не более. Намотка любая. Защита любая. Все любое. Поэтому тут... Скажи, закрыто. Поэтому что я могу добавить? Будете заказывать, ребят. Понимаете, что может в одной пачке прийти разные прутки. А с одинаковым названием. Значит, показываем. Еще раз, подожди, я наведу. Вот она, 37, 14,6, 37,2 миллиметра. Пожелаем Олегу удачи. Сейчас мы поставим песенку веселую, скажем так. Итак, в руках у Олега 6 дюймов Коап с названием Хюге, 152 миллиметра, диаметром 9,5. Продолжаем слушать музыку. Давай, Олег. Отлично. Отлично, Олеженька. Давай, умничка. Умничка. Накажем всех. Время есть. Да, еще подожди. Может быть, сними. Кожу сними. Смотри сам. Ребят, сейчас получается уже движений больше до дожима. Надо войти в 9, потому что дожим будет уже тяжелее намного, чем у 6,5. Померяем расстояние. 9. Одеваем чопы. Чопы ничего необычного. Просто нужна жесткая, жесткий дермантин. В общем, любой материал, который не продавливается. Сейчас главное пройти первое движение в дожиме. Тогда можно будет говорить о том, что можно воевать уже до конца. Шесть дюймов. Дожимаем. Понятно, что дожим уже немного, так мягко сказано, другого уровня, нежели на 165. Сила. Плюс сила. Все. Это я его. Прошел? Нет, не знаю. Ну да. Чуть-чуть есть? Ну да.
Давай еще. Через пальцы пережать надо. Время есть. Мы за временным интервалом не стремимся, поэтому что-то надо добить его. Не знаю, попробую ложиться как шпор раз. Шесть дюймов, 6 дюймов. 152 на 9,5 диаметром. Сил уже нет, все. Ну вот как бы так. Как бы так. Ну не пойдет. Просто нет. Все. Почти запил. Ну. Вот как бы так. Все, все, пока. Остальной хват России. Ну, наверное, сегодня будем крайним видео это сниматься. Значит, Олег прошел 7 дюймов, 6,5 кааба. Тормознули мы на 6, на хуге, потому что уставший, потому что это уже в течение длительной сессии. Все это понятно, усталость накапливается. Остановились мы на 9 между рогами. 9, вот они сломанные 2 лежат, 1 и 2. И тут сломанные даабы и HRS. Сейчас он покажет. Попробуем все-таки домять его 0,37 инча или 9,5. Все, обнуляем. Просто попробуем дожать. Да, был перерыв, мы не претендуем на звание народных, но все-таки герои. Поэтому Олежка-то вообще монстрище. Да тут все монстры, по правую руку покажу. Да и снимает самый большой монстр. Давай, Олег. Ну, вот так вот. Вот так, ребята. Вот такие пироги. Бабушка нашла в лесу грибы. Дедушка наелся и сломал. Большой пруток. Олежка еще, кстати, больной у нас. Поэтому сейчас будет принимать таблетки и пойдет пешком домой, потому что не дожал. Или дожал. Дожмет. Дожмет. Сейчас посмотрим. Пока стоит. Да нет, ну. Старт уже прошел. Значит, ребят. У нас 6,2 миллиметра. Остался чуть более сантиметра. И я вообще валяюсь. Называется. Давай, Олежка. Рука в руку, наверное. На последних. Ребят, очень это болезненно. Так не делайте. Это вот тут не делайте. Да, это такая нехорошая практика. Смотрите, что он творит. Смотрите, что делает этот монстр. Посмотрите, что он творит. Вот так вот. Вот так вот. Запретное оружие. Я не знаю, ребят. На самом деле просто был уставший. Просто был уставший. И держи. У меня нет слов, ребят, что-то я сам заболел уже, и сопли полились. В руках у Олега 3 кааба. Вот они, да, держи. Первый. Слева направо. 7, 6,5 и 6 дюймов. Как угодно там. Был перерыв на 6-дюймовом на дожиме. Да просто, ребят, это очень тяжело. Тут один сломать-то невозможно, а 3. Всех с Новым годом. С Новым годом. Всем счастья, добра. Вот вам все машут. Ребят, на позитиве заканчиваем и начинаем на позитиве. Пока.